– это силы и желание что-то начать и осуществить, стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Кроме того, этих людей характеризует интеллектуальный и аналитический подход ко всему, что их окружает, а также восприимчивость и стремление к идеалу. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «Т» дает человеку настырность. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.